Кольцевая развязка по улице Дзержинского открыта для движения автомобилей. Теперь это позволит распределить транспортные потоки в часы пик и сделает более удобным доставку пассажиров в городской больнице. Можно ли сегодня сказать, что кольцо сегодня открыто? Пользуйтесь, жители города, этим объектом. Если бы кольцо не было открыто, никто бы по нему не ездил. Мы его открыли еще в субботу. Это было согласовано с ГИБДД города. Все знаки, запрещающие движение по улице Дзержинского, по улице Студенческого, были сняты. То есть сейчас кольцо функционирует, пускай не в полной степени, но хотя бы в той степени, которая требуется для города. Потому что за летний период мы все заметили, что у нас перегрузилась улица Первомайская, перегрузилась улица Школьная из-за закрытия движения на данном участке. Сейчас, в принципе, мы такое напряжение постарались снять, и оно уже снято. И если мы откроем уже вторую часть улицы, то будет уже намного удобнее. Въезд на стоянку поликлиники будет организован, ну, это уже естественным способом, что только с этой стороны улицы. Въезд будет сверху, в первый въезд направо, и выезд будет организован только снизу, где сейчас организован въезд скорой помощи. То есть мы уже приняли такое решение, что в первые дни, возможно, наряды ДПС будут стоять не в целях наказания, а в целях предупреждения, чтобы водители привыкли к данной организации дорожного движения.